Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено обобщим изложениям мой баб-спот. Как видите, уже более 26 тысяч участников. Здесь последние выплаты за 48 часов. Здесь, друзья, есть вопросы, ответы, новости, это все можно посмотреть. Я же зайду в кабинет и хочу поделиться своими результатами и прописать платежные реквизиты. Вот здесь как бы в правом нижнем углу можно общаться, я так понимаю. Я не общалась еще, не знаю, отвечает ли поддержка или нет. Иначе, друзья, у меня на данный момент на балансе 3 доллара. Минимальный вывод отсюда 5 долларов. У меня уже мой партнер выводил отсюда. Так что проект платит. Все замечательно. Ну а я же, когда наберу минимальную сумму, проверю собственноручно на вывод. Потому что одно дело смотреть, как выводят, и совсем другое, когда ты сам выводишь. И на данный момент у меня 34 220 баб монет. И у меня, я нахожусь в третьей группе. Я как бы, так как он только стартовал, естественно, я его развиваю, чтобы мне побольше была денежка ежедневно. Я наращиваю группу. Так, далее ежедневно просматриваю я бонус и денежные ссылочки. Сюда я закинула 1 рубль, 1 доллар, чтобы не ждать как бы, и чтобы у меня появились сразу же денежные ссылочки. Рекламку мы просматриваем, когда вот здесь серверное время, тайм, было 18:00. Это по московскому времени. 9 часов вечера, 21:00. Так, ну а для тех, кто не знает, без вложений вы сначала набираете 2980 монет, вот этих баб. Тогда вы переходите в первую группу, и у вас появляются денежные ссылочки. Вот. Это без вложений. Значит, вот здесь можно посмотреть группы. Вот нажать на эту вкладочку, и здесь как бы расписано. Так, я вот нахожусь в третьей группе, и ежедневно у меня начисляется 57 центов. А чтобы перейти в четвертую группу, мне нужна 51 тысяча монет. Так, значит, нажимаю вкладочку «Виндраф» и прописываем платежные реквизиты, друзья. Минимум на вывод, как я сказала, 5 долларов. Значит, нажимаем сюда на зеленую вот эту надпись. И что у нас здесь? Можно прописать биткоин, Perfect Money. Сейчас пропишем. Проверяем и нажимаем сохранить. Так, Perfect Money сохранен. Вроде бы. Так, теперь я хочу Payer. Так. Да, вот у меня Perfect Money, мой сохранен. Видите, вот здесь галочка стоит. Нажимаем также. И также у меня... Так, Payer. Вот это биткоин-адрес я не писала, друзья. Так, Payer 349-672. Так, и биткоин-адрес... Я тоже тогда уж сохраню, раз здесь какой-то непонятный адрес. Так, здесь у меня кошельки.
Сейчас я пропишу, что это мне. Так, копирую. Почему это мне здесь? Так. А мне почему-то он не прописывается. Это не мой биткоин-адрес, друзья. Я понятия не имею, как он здесь оказался. Вот так ушки. Вот видите? Так. Надо писать уже будет поддержку. Будьте внимательны, я не прописывала биткоин-адрес. Но мне еще выводить нечего. Вот буду сейчас писать поддержку и узнавать, менять адрес. Вот. Вот такие вот дела. Вот видите как? Вот. Это возможно, мне кто-то уже погулял по кабинету. И такое может быть. Значит, опускаемся ниже, друзья. Находится наша партнерская ссылочка. И партнерская ссылочка. Баннер АД. Здесь вот баннеры. Так, вкладочка Referral Tools. Вот здесь всевозможные баннеры у нас находятся. И также вот партнерская ссылочка. И что еще? BioAdPack. У меня... Сюда вводим, чтобы купить монетки. Есть видео на YouTube, я показывал. Сюда вводим реферальную ссылочку. Выбираем, откуда вы будете проплачивать пуша с баланса или с вывода баланса. Нажимаете сюда, и вот у меня столько уже рекламок в работе. Ну вот, в принципе, все. Как я сказала, у меня уже партнер мой реферал уже проверил этот проект на вывод. Друзья, при выводе средств, раз уже у меня мои партнеры рефералы начали выводить вперед меня, значит, приходит на почту код. Этот код, друзья, обязательно сохраните. Потому что этот букс похож на предыдущий. Был такой, по-моему, по весне у нас букс. Вот. И нужно было сохранять пин-код вот этот, так как он здесь один на все выводы. Вот. Я не могу сейчас сказать, потому что я еще на вывод его не проверяла. Один здесь или при каждом выводе. Ну, на всякий случай сохраните, чтобы потом не было вот всяких недоразумений. Ну, всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Вот. До новых встреч!